Добрый день, дорогие друзья. Мы на речке, ветер ужасный, запись получилась отвратительная, звука, пришлось дома исправлять. Посмотрите, сколько воды. Сколько воды, это какой-то кошмар. Пришлось одевать высокие сапоги, иначе ничего мы не пробрались бы к тем островкам, которые еще остались. На речке буруны. Ветер огромной силы, ловим на одну удочку с одним крючком. Снасть обыкновенная, пружинка с отводом, с одним крючком. И внизу грузик, а вторая у меня была снасть, внизу кормушка. И в кормушку набивал еще дополнительно кашу, которая пылила. Проклевывает карась среднего размера, чуть больше, разный карасик. Вот такой вот, например, карась. И вот, как вы видите, вон он, пружинка с одним крючком, насадка червяк и сало еще пробовал, вымоченное в чесноке. Кормушку набивал гороховую кашу, которую мы делали дома сами. В кашку еще добавлял тоже чеснок. И клевало, карасик клевал на ура. Дома приготовил такую вытяжку. Чеснок выдавил и сюда положил сало. И залил все это дело подсолнечным маслом. А теперь смотрите, здесь еще у нас есть червячок, который я бросил в эту смесь. И вот когда вытаскиваешь оттуда червячка и сажаешь его на крючок, очень даже неплохо клюет. Как вам вот такая снасть? Пружинка с отводом, с одним крючком, шарик. Крыло, и все. Очень даже уловистое. Вот так. Доброе утро. Ну что, прошла ночь. Ветер стих, и наконец-то немножко вода ушла. Чуть-чуть она ушла. Уже стало легче немножко ходить. Ну что, как прошла ночь? Пару карасей поймал. Поломал катушку. Поменял катушку. Плюнул и ушел спать. Вот так вот и прошла ночь. Посмотрим, что нам даст утро. Ветра нет. Клёва тоже нет. Но зато красиво. Щука гоняет малька. Да, красота. Ну что, будем заканчивать рыбалку. Ну, не так рыбалку, наверное, просто садится аккумулятор, можно не записать концовку. Вот такая вот снасть.
работала. Один крючочек, пружинка, червяк черный, ну и красный червяк работал. И здесь вот в конце кормушечка дополнительно пылила. Ну, пыль уже закончилась, уже забросил на мамалыгу. Вот, вот такая вот. Так. Сейчас посмотрим, что там поймали. Ну, один карась. Один карась. Ну, нормальный карася. Все, будьте здоровы. Ни хвоста, ничего. О, Саша очередного карася поймал.